привет, с вами Алекс, кадровый агент из Швеции, город Стокгольм. Сейчас мы находимся возле здания биржи труда Швеции, Arbetsförmedlingen в Стокгольме. И на данном этапе мы предлагаем следующие вакансии для мужчин. Вакансии по строительству. Прораб, каменщик, маляр, зарплата от 28 тысяч крон плюс премия. Также обеспечивается жильем, то есть это либо комната в квартире, либо комната на предприятии хорошего европейского уровня. Также есть вакансии по сбору солнечных панелей в городе Карлстад, это Vermont Plan, зарплата от 30 тысяч крон для мужчин. Также есть вакансии по промышленному альпинизму, зарплата очень хорошая, от 49 тысяч крон. Повар-ресторан. Зарплата от 30 тысяч крон в городе Стокгольме и пригороде, в городе Уппсале. Плюс премии. Официанты в ресторан требуются в городе Стокгольме. Зарплата от 20 тысяч крон плюс чаевые. Также клининг в гостиницах и отелях. Зарплата от 15 тысяч крон плюс полный соцпакет. Это у нас для женщин. Это именно те вакансии для непрямых контрактов, для тех, кто имеет уже европейское гражданство, там, например, гражданство Румынии, да, это контракты именно для обладателей данных паспортов. Друзья, еще очень интересный момент. Если вы в своей стране работали водителем большегрузного транспорта, либо водителем такси, либо занимались грузоперевозками, при получении гражданства в Румынии, если вы идете по данной программе, водительское удостоверение европейского образца вы получаете автоматически, без сдачи экзамена, практики и теории. То есть, получив паспорт, вы автоматически получаете водительское удостоверение, с которым по непрямым контрактам, как среднестатистический европеец, можете устроиться на любую работу, связанную с грузоперевозками, с вождением и так далее. Вот, в то время как, если вы, например, захотите работать по данной программе по прямым контрактам, то есть просто из своей страны будете искать работу такую, то вам нужно будет обязательно сдавать, например, если вы живете, что хотите работать в Швеции водителем большегрузного транспорта либо в такси, то вам нужно будет сдавать экзамены и теорию практики. Все это довольно-таки трудно и стоит это очень недешево, поэтому преимущества румынского паспорта, они очевидны для тех, кто работает в этой области.